Меня зовут Ольга Передери, я работаю в совхозе имени Ленина в контактной деревне 2 года. А здесь, в контактной деревне, мы знакомим детей с сельским хозяйством, показываем, откуда берется молоко, как ухаживать за лошадьми, что такое кролики, как растут помидоры на грядках. Для нас этот проект очень важен, потому что многие дети городские не знают, откуда берется молоко. Они думают, что оно появляется сразу в магазинах, на полках, в пакетах. Сейчас в наш дом пришла беда, и мы просим нам помочь собрать народный миллиард. Я в доле.